На мемориальном комплексе «Вечный огонь» ремонтируют покрытие площадки. Также в этом году планируется обновить оголовки близлежащих цветников и переднего плана подпорных стенок, покрытие основания стел и самого обелиска. Все эти элементы выполнят из гранита. На основании обелиска заменят звезду. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. В настоящий момент можно еще добавить, что произвели вырубку аварийных деревьев в данном сквере, потому что некоторые деревья уже находились в фаутном состоянии и каких-то были уже мозобойные трещины, поэтому пришлось их тоже удалить. До конца этого года планируется установить освещение и подсветку стел. В следующем году приступят к озеленению и работам по декоративной штукатурке стел и обелиска. Подрядчиком выступает компания «Уютный город». Все эти работы планируются, конечно же, закончить в срок до 9 мая, плюс-минус, в зависимости от погодных условий. В дальнейшем, в следующем году, возможно, также будет выполняться ремонт покрытия остальной аллейной части этого сквера. Мемориальный комплекс «Вечный огонь» обновляют к юбилею Победы. Кроме этого, в ближайшее время департамент городского хозяйства начнет подготовку к мероприятиям по благоустройству воинских захоронений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».